По данным исследовательского университета Джонса Хопкинса на 7 августа всего с начала пандемии в мире заражено 202 600 858, выздоровело 177 734 216, погибло от коронавируса 4 299 077. В США заражено 36 447 123, в России 6 424 884 за сутки 22 320. Выздоровело 5 739 838, 164 091 погибло. В Украине 2 343 046 зараженных, в Беларуси 451 740, в Казахстане заражено 626 412. За сутки 7899, выздоровело 514 299, погибло 6659. В Узбекистане заражено 135 738, за сутки 912, выздоровело 129 182, погибло 923. В Кыргызстане заражено 168 415, за сутки 681, выздоровело 155 447, погибло 2389.